Ноябрьске стали известны даты проведения фестиваля современного искусства «Будь больше». В этом году он состоится с 29 по 30 ноября. Место проведения – музейный ресурсный центр. Сейчас организаторы ищут участников. Фестиваль современного искусства проходит в нашем городе в третий раз. В нем принимают участие художники, скульпторы, театралы, музыканты, все те, кто готов поделиться своими проектами, идеями, арт-объектами с горожанами. В 2017-м фестиваль современного искусства «Будь больше» признали главным культурным событием года на Ямале.